Кызылорде прошел квалификационный турнир южно-регионального чемпионата страны по байге. В соревнованиях приняли участие свыше 150 тулпаров из 7 регионов, а также из Астаны, Алматы и Шымкента. Развитию национального спорта сегодня в стране уделяется особое внимание. В следующем году в Казахстане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Все проводимые сейчас соревнования, в том числе и байге, подготовка к этому ответственному старту. Аким области Нурлыбек Налибаев, президент Национальной спортивной ассоциации Исламбек Салжанов и президент Федерации байге Канат Копаев пожелали удачи шабандозам. Вначале прошли тай и топ байге. Затем состоялся самый зрелищный аламан байге на 21 километр. Главный приз – новенький автомобиль – выиграл шабандоз Нурбол Токтаганов из Астаны на своем тулпаре по кличке Алгар. Все остальные призеры получили денежные премии. Это первый тур. Далее в разных городах пройдут туры со 2 по 7. Финал состоится в октябре в Таразе. В рамках байге также был организован конкурс среди девушек в национальных костюмах с призовым фондом в 1 миллион тенге. В конкурсе приняли участие 53 грации. За лучший образ был вручен приз в 500 тысяч тенге, за второе место – 300 тысяч и за третье место – 200 тысяч.